Решение принято. 15 человек за, 3 против, 1 воздержался. Большинство депутатов повышение налогов для физических лиц и предпринимателей сегодня одобрили, без лишних слов. Итак, вопрос о налоге на имущество физических лиц, о едином налоге на вмененный доход и земельный налог. Эти вопросы в повестке значатся под номером 2, 3 и 4. Рассмотрели их депутаты достаточно быстро, но, как они прокомментировали позже, это не связано с тем, что эти вопросы не вызвали каких-то споров и сложностей. По словам председателя городской думы, опасений было множество. Во-первых, благосостояние горожан падает. Во-вторых, предприниматели могут не захотеть платить увеличенный налог, уйдут в тень. Были свои в-третьих и в-четвертых. И все же за изменения проголосовали. Налоги будут расти на 15% в течение 3 лет. Дополнительные деньги, которые удастся выручить, говорят депутаты, будут не слишком велики. Дело в другом. Те коэффициенты, которые действуют в Череповце, они ниже по сравнению с коэффициентами, которые действуют, например, в Вологде. И по сути дела, это не столько вопрос реального наполнения бюджета, сколько вопрос выравнивания, что ли, условий, в которых собираемся налоги для местного самоуправления. Это вопрос больше политический на самом деле. Увеличив налоги, город на полном основании сможет просить финансовой поддержки у правительства региона. Довод – свои ресурсы полностью исчерпаны. А помощь Череповцу, как прозвучало сегодня, понадобиться может. Да, решение непопулярное, решение неприятное. Конечно, всем бы хотелось и нам в том числе платить налоги поменьше, но городу необходимо выживать. Положение с бюджетом, сами знаете, очень тяжелое. На следующий год мы вот сейчас верстаем бюджет, обсуждаем, просматривается у нас не хватает денег даже на текущее содержание. А что же с личным бюджетом горожан? Как пообещали депутаты, подросшие налоги будут все же посильными. Подорожание в каждом отдельном случае выльется в свою сумму. Так, за двушку за 2015 год придется платить больше на 100 рублей, чем в 2014. Кстати, закон вступает в силу в следующем году. А платить увеличенные налоги придется в 2016.